учитывая, что Тарасов ярко выраженный защитник. Вот на подбогу Барановского, учитывая, что травмированный Ткачук. Там еще и Видович. Ну и здесь нужно, конечно, успокоиться. Канкави, здесь такие потасовки, конечно, не красят футбол. Шахметов с Джабой и Канкавой немножко повздорили. Ну да, сейчас, думаю, страсти улягутся. И... Ну вот теперь караганинцам придется. Вот да, Шахметову красную карточку показал Тимур...